Магазину студии Лебедева просил передать, что он стал партнером школы бюро. Теперь нашим студентам доступна скидка в интернет-магазине студии 20% на книги из системных требований школы и 10% на все остальные товары. Поступите в школу у дизайнеров, редакторов или руководителей, получите скидку в магазине и закупайтесь дизайнерскими вещичками и книгами на сайте студии. Студенты текущих потоков тоже получают скидку в магазине. Чтобы поступить в школу или подарить обучение на первой ступени, переходите по ссылке на экране или в описании к этому ролику. Александр, есть интерфейс управления номером отеля с телевизора. Можно менять температуру, включать и выключать свет и так далее. Все строится на плитках на экране телевизора, управление с пульта. И все хорошо работает, кроме вопроса с управлениями шторами. Это единственный элемент, где мы не получаем статус. Открытые шторы или закрытые, в отличие от цвета и температуры. Также шторы могут открываться от центра и к краям от центра к краям, или слева направо, или справа налево, но интерфейс должен выглядеть единым и понятным гостю, и чтобы он понял, как этим управлять с пульта, а не пальцами на тачскрине. Есть вариант, когда нужно выбирать пультом из трех иконок, закрыть, паузу открыть, и после наведения на эти иконки нажимать каждый раз ОК, OK, подождая действие. Либо вариант с инстадействиями, когда мы зашли в плитку управления шторами, и чтобы открыть их, нужно нажать вправо, курсор переходит вправо, шторы начинают открываться, и курсор возвращается на паузу а чтобы закрыть нажать на пульте влево кажется каждый вариант имеет плюсы и минусы хочется узнать э, свежее мнение снаружи спасибо Александр очень крутой вопрос. Спасибо. Вообще не, не, не часто дизайнерам приходится именно заниматься управлением такими непосредственными какими-то вещами э, интерфейсом управления чем-то физическим. Это очень прикольно, что у вас такая задача, и я бы лично с большим удовольствием таким занялся. Вот. А соответственно, по по поводу ваших вариантов. Значит, ну первый вариант, где нужно, где мне предлагается там три кнопки открыть, закрыть, и, и пауза, и где нужно там, типа, стрелками между ними выбирать, потом нажимать ОК. Это мне напоминает, честно говоря, какой-то вот как раз вот в, на, в, на, в наших э, с Ильей Бирманом примерах было и кстати в учебнике у него это есть э, старая яндекс карта это сейчас мы все привыкли да, что можно одним жестом там отдалиться от карты и приблизиться там хоть э, зубом там хоть там как колесом прокрутки и можно тыкнуть в объект э, чтобы узнать о нем что-то это кажется абсолютно естественным как может быть иначе но когда-то было совершенно не так есть, раньше для того чтобы призумиться в карте нужно было сначала выбрать лупу с плюсиком, потому что, чтобы отзумиться, тебе надо было сначала выбрать лупу с минусиком и нажать сюда. А что, если бы ты хотел что-то узнать там, что в этом доме находится, надо было выбрать сначала курсорчик с вопросительным знаком на панели инструментов, и после этого только тыкать э, в эту карту. То есть э, получается, что как бы между результатом и жестом есть какое-то просто целое огромное просто поле, которое надо... Перейти. Просто представьте себе, что вот таким интерфейсом вам надо было бы управлять автомобилем. То есть вы выбираете какое-то действие, повернуть направо. И смотрите, ой, нет, не направо. Типа идете в меню, выбираете, чтобы там вывернуть налево. То есть это, конечно же, фигово и очень плохо. Значит, ваш второй вариант, где, если я правильно, конечно, его понял, где нужно зажать кнопку со стрелкой для того, чтобы шторы начали открываться. И когда вы отпускаете, то есть они перестают двигаться, и кнопка соскакивает на паузу. you <laughs> И это гораздо лучше, потому что пока я нажимаю на кнопку, значит, штора двигается, и это классно, потому что есть непосредственная связь между моим жестом и она понятна и э, движением. То есть здесь все происходит в реальном времени, и в этом смысле все гораздо хуже. Но проблема дальше начинается с универсальности, потому что вы, конечно же, там рисуете какой-то э, интерфейс. Вот вы начали даже иконку со шторами. Mm -hmm. У вас это шторы из двух половинок. Но вы сами сказали, что у вас шторы могут быть вообще не обязательно разделенные да то есть они могут быть не от центра открываться и закрываться они могут открываться справа как справа налево так и слева направо и в этом случае соответственно то что вы нарисовали на на иконке и то что вы видите в жизни входит сразу же в противоречие там в, в двух случаях из трех и то же самое соответственно с вашими стрелками то есть представьте себе если у вас штора блин открывается налево в жизни, а вы предлагаете направо ее открывать, зажимая, потому что вам нужно делать одинаково на всех, ну, естественно, на всех интерфейсах должно быть одинаково. Соответственно... Как бы я подошел? Я не знаю, естественно, какие есть возможности, какие есть ограничения, но если вот просто исходить из того, что вы бы написали, я бы предложил так. Во-первых, если уж вам, вас, вам по стандарту надо нарисовать какую-то иконку рядом со, стор штор со словом шторы, то я бы рисовал здесь просто закрытую штору, окно со шторой, как занавес, чтобы не было понятно, из половины оно или, или и, и целиковое полотно, просто штора, потому что как только вы их начинаете разделять, у человека взрывается мозг, потому что в жизни у него может быть не так. То есть, просто это будет просто какая-то штора. Дальше, соответственно, если у вас и возможно, то есть интерфейс должен подойти ко всему как вы говорите. Но при этом э, то есть вы не знаете, где открываться будет, а где закрываться. То есть, естественно, значит, нужно постараться сделать так, чтобы направление стрелок совпадало с направлением движения шторы. То есть, если у вас, э, собственно, э, то есть, чтобы это была не кнопка открыть и закрыть, как вы пишете, а чтобы это была кнопка двигать вправо и двигать влево. То есть, если у вас э, штора, э, то есть вы нажимаете направо, и штора двигается вправо. То есть, независимо от того, закрывается она сейчас или открывается. Она просто едет вправо. То есть, соответственно, если, если она нажимаешь направо, она может закрыться как бы слева направо, если она едет слева направо. Или если она, например, открывается вправо, то она будет открываться, когда я жму вправо. То есть, чтобы, собственно, направление соответствовало направлению движения. Но, естественно, в случае с центральным э, раздвижением это как бы не совсем будет так. Вот. Ну, я бы здесь, здесь это, конечно, компромисс, но здесь можно, предположим, выбрать, что мы ориентируемся на правую половину шторы, и тогда мы, да, окей, да, запомнили, что нажимаешь вправо, и видим, что хотя бы одна из двух половинок едет вправо. Отлично, ну, значит, когда нажмешь на другую, в другую сторону, соответственно, то, что ехало вправо, поедет влево. Но, по крайней мере, ни в каком случае не будет вот это вот наперекосяк, когда нажимаешь право, оно едет влево. То есть, это то, чего нужно избежать. Ну, и, конечно же, в этом случае придется, видимо, немножко погемороиться с настройкой вот этих вот э, команд, потому что, чтобы в каждом номере было вот это соответствие между э, движением, как бы направлением движения и кнопкой на пульте. Но мне кажется, это решаемая задача, как минимум при настройке конкретной вот этой вот шторы, там можно сказать, чтобы на какую команду от пульта она должна реагировать. То есть, по идее, это должна быть решаемая задача. А, вот. Э, это одна из очень клевых, э, один из клевейших вопросов. Вот. Я предлагаю Собственно, уважаемым зрителям, предложить свои какие-то варианты решения задачи Александра. Артем Смирнов. Здравствуйте! Здравствуйте, Артем. Я работаю в одной российской Т-компании на позиции СТО. Поздравляю вас! Относительно недавно мы выросли, и многие процессы только начинаем внедрять. Прочитал вашу статью, и вот несколько вопросов по ней. Как у вас организован процесс составления чек-листа? Как, соста... как вы решаете проблему приемки тех навыков, компетенций, по которым не имеете, но навык точно необходимый? Допустим, нужно научиться внедрению технологии искусственного интеллекта для автоматизации процесса. Вы понимаете, что навык необходимый, но никто этого не умеет и не знает ничего об этом. Приходит день X для того, чтобы принять чек-листы, нужно оценить изученное». Артем, значит, по порядку, как организован процесс составления чек-листа? Ну как, как? Собираемся мы с директором соответствующего направления, там, если это там разработка или, или это дизайнеры или еще что-то, или там редакторы. И начинаем совместно думать, соответственно, есть какая-то... Начинаем мы, естественно, с базы. В принципе, в нашей идеологии, в нашем мире, в наших убеждениях мы считаем, что у всех должна... У всех, кто работает вместе, должна быть одинаковая база. И это очень широкое, естественно, понятие. То есть, ну, не случайно в наших школах дизайнеров и школе, и школе редакторов и школе руководителей теоретическая база на первой ступени пересекается процентов эдак на 90. Просто потому, что люди должны говорить на одном языке, они должны правильно понимать, как устроены процессы друг друга, должны что-то уметь, должны догадываться, какие трудности у других людей возникают, и в том числе в каких-то случаях помочь друг другу их решать. Соответственно, когда если у нас вдруг, когда в каком случае у нас новая модель чек-листа, да, то есть мы понимаем, что у нас новая каста появилась какая-то, да, то есть, например, не было у нас как очень долго ни, ни менеджеров, ни, ни, ни продюсеров, никого, да? но вот они появились. Соответственно, нам нужно придумать новые чек-листы для руководителей. Но как это сделать? Мы берем за основу какую-то гору уже знаний существующую. Когда-то мы там, не знаю, с Мишей Нозиком придумали эту гору для дизайнеров. Там был стажер дизайнер, ведущий дизайнер, арт-директор. И там есть как бы база, которая, в принципе, на 90% нужна всем остальным. Соответственно, можно для начала скопировать, и это уже начало разговора. Переименовываем статусы в то, как это должно звучать для этой касты. То есть, если это у нас в случае с руководителями, да, там сидит у нас тоже стажер, как бы линейный человек, это помощник, мы его называем, да. Дальше на уровне ведущего дизайнера это роль руководителя, вот. И, собственно, там, где арт-директор, там становится директор. Прекрасно. Дальше, соответственно, мы начинаем думать, там, типа, а что из этого вот дизайнерского нужно, а что как бы не очень нужно, может быть, там, руководителю. Да? То есть, может быть, какое-нибудь там про прочтение книжки об анатомии букв, наверное, можно там исключить. А вот какие-то вещи там, типа, Понимание основ там не знаю там ради мага вполне можно или там почтовой гигиены или даже каких-то просто базовых зна знаний типографики и интерфейса конечно же нужно оставить потому что как ты можешь что-то спродюсировать цифровое если ты в этом ни хрена не понимаешь не сможешь ничего затащить соответственно вот мы от отфильтровываем то что не нужно и дальше там предположим там если мы с, с квалитавировскими или там с Ильей Синельником обсуждаем типа, а какие бы хорошие книжки ты бы добавил, какие бы испытания, да, там ты бы добавил. Вот, соответственно, вот так мы, и, так это и происходит. Вот и почему такой процесс, да, все очень просто, потому что что такое вообще. Это система с чек-листами. Это система передачи знаний сверху вниз от старшего к младшему, от шефа к подшефному. И, соответственно, в любом случае эти знания будут транслироваться там, не по горизонтали, а сверху вниз. Соответственно, если мы хотим проработать всю эту конструкцию, хочешь не хочешь, но нужно, чтобы старшие ребята собрались и ее, собственно говоря, продумали. Вот, соответственно, теперь это мы плавно переходим к вашему второму вопросу, что сделать, если вы в этом не шарите. Ну, так, блин, в, в том-то и проблема, что если вы вообще в этой компании никто в этом не шарит, то как можно добавлять это в стандартный чек-лист, если ваши старшие это знание передать вниз не могут, и, и никто не может вообще проверить, усвоено это или нет. Соответственно... Окей. Okay. Дальше, то есть, э, естественно, в чек-листы такие попадают те знания, которые уже вот в, на перед, спереди у вас должен быть какой-то мега -аппарат, который бурит, э, в, в, все это проходит по роду, да, там еще все неизвестно, все кипит, все непонятно, интуитивные какие-то решения, поиск и так далее. И это все вот на переднем кране происходит, а когда это уже выкристаллизовалось, выкристаллизовалось и можно передавать остальным, структурировать, раскладывать по полочкам, тогда, значит, пришло время в чек-листы э, это класть. Вот, соответственно, э, как быть, там, вот... Ваш пример про искусственный интеллект. Ну, естественно, в чек-листы всем это добавлять бессмысленно, но э, кто, кто, вопрос в вашей компании находится вот на этом переднем крае и, собственно, проходит эту породу новых знаний. Вопрос кто? Это может быть, конечно, и, и старшие ребята какие-то, да, которые интересуются, но это ни, никто не мешает построить культуру, при которой этим занимаются и ребята там и, и Ленины линейные, и там и ведущие, и, может быть, кто-то из стажеров какое-то что-то новое знание какое-то привнесет, и почему нет. Вот, соответственно, естественно, в, в любо, любая работа там, шефа с подшефом состоит не только из работы над стандартными чек-листами, но есть и такая вещь, как индивидуальный план роста. И вполне может быть такая ситуация, что вы даете какое-нибудь задание именно в рамках этого личного роста какому-нибудь человеку разобраться с какой-то новой темой, и дальше вопрос, как это принять. Ну, собственно, есть вариант. Это может быть что угодно. Во-первых, это может быть просто вебинар, если у вас есть какой-нибудь традиция собираться там внутри э, отдела и рассказывать кому-то, кто чего знал, да, то можно, соответственно, э, конечным итогом и приемкой вот этой работы подготовительно считать просто доклад этого чувака на заданную тему, и польза этого будет в том, что... Помимо того, что чувак сам прокачался и подготовился, он еще и всем остальным рассказал, и все остальные могут оценить, понятными было непонятно, то есть идеально они в лучшем случае получат новую информацию, чувак получит какую-то дополнительную галочку, ну а в худшем случае будет ясно, что ни хрена он не разобрался, и надо идти на доработку, и галочку ставить рано. Другой, ну, это не обязательно должен быть доклад, да, это может быть какая-то лабораторная работа, то есть нужно, например, сделать какой-нибудь прототип. Я вот вспоминаю, когда у нас мы еще и, э, на, на заре бюро я опубликовал э, идею управления телевизором с помощью там, волшебной палочки и жестов каких-то. Вот. Соответственно, у нас были я, не раз разные ребята, делали разные прототипы там, э, с помощью веб-камеры, каким-нибудь светящимся колечком перед ним махать. И двигаем относительно камеры. Э -э, курсор двигается. Э -э, не очень видно это на камере, наверное. Поэтому мы сейчас выключим и я увеличу специально кусочек экрана. Э -э, вот. Чтобы было видно какой-то кусок. Вот. Я покажу сейчас, как камеру я буду двигать Вне зависимости от мышки То есть вот моя кусочек мышки Где-то он тут вот. вот он кусочек мышки Я включаю опять вот Эту штуку на, на второй режим И вот я свечу им В камеру И курсор мышки двигается Вот он мелко-мелко-мелко Видно его Он двигается, я вожу медленно или потом у нас был целый интерфейс на флеше с воздушной мышкой логитековской. Еще до этого какая-то была история, когда э, просто по видеокамере мы распознавали даже без рук, ну, в смысле, без, без всяких предметов, просто движение руки, там, прокрутка какая-то была тоже, где-то видос лежит. Можно найти. Вот, то есть, вот, такие вот прототипы, которые... Это тоже некий формат, собственно, сдачи работы, какого-то поиска, какого-то R&D, какого-то получения новых знаний. Вот. Но это, конечно же, не чек-лист в смысле того, что можно всем другим давать одинаковые. Как бессмысленно проводить одну и ту же лабораторную работу 150 тысяч раз, если ее цель получить именно новое знание, ну, которого нет у других. А если это, например, уже что-то обработанное и понятное, то есть, ты у вас у вас есть, например, там, не знаю, полезный доклад снятый про этот искусственный интеллект, то можно уже включить там всем стажерам в обязанность, в чек-лист э, галочку, что нужно посмотреть вот этот вот снятый доклад для этого чувака, про, ну, этого чувака по этой теме. Алексей Платонов. Добрый день. Добрый день, Алексей. В очередной раз, увидев в общественном транспорте родного города такое объявление, я не выдержал и решил передизайнить его. Разбил текстовые блоки, избавился от мусора в тексте и выстроил аккуратную френдли верстку в ЧБ, чтобы сэкономить денег на печати. Хотелось бы профессионального взгляда и работы над ошибками, ссылка на до и после. Алексей, прекрасное начинание. Действительно, вариант было. Сложно было бы не улучшить, потому что хуже некуда, и обсуждать там абсолютно нечего. И все, что там не сделай, все будет, конечно, лучше. Поэтому будем обсуждать ваш вариант. Конечно же, нет сомнений, что он выглядит аккуратнее, чем было, и так далее. Но, тем не менее, есть, конечно же, и проблемы. Мне кажется, самая большая трудность вот этих всех инструкций заключается в том что они максимально оторваны от жизни и реальных сценариев то есть вроде бы как кто-то форма формально не реагирует там терминал на карту или смартфон что там написано у вас там убедитесь в том что ваша карта или смартфон поддерживает указанные платежные сервисы ну и что? Вот я убедился, и она не поддерживает. И что дальше? То есть, вот, этот это вот как бы совет убедиться, он совершенно, не, совершенно ни к чему не приводит. Или там, приложите карту или смартфон максимально близко к экрану. Окей, это, в принципе, хорошая инструкция, но почему бы ее не, не сказать там где-то прямо на самом терминале, просто даже прикладывайте ближе там, да? <coughs> если оплата не прошла, уточните возможность бесконтактной оплаты в банке, выпустившем карту. Ну вот, как это понять? То есть, если оплата не прошла то есть э, и у вас еще кстати сверху на, на плакате написано если оплата не прошла оплатите проезд наличными одна инструкция и другая рядом если оплата не прошла уточните возможность бесконтактной оплаты в банке выпиши карту то есть все-таки что из этих у вас два как бы два условия а действия то есть в смысле, одно условие а два действия разных а в каком порядке мне нужно это делать то есть это же какая-то бессмыслица причем э, совершенно непонятно да то есть э, если я то есть вы мне советуете связаться с банком тут да? То есть, у меня оплата не пошла. То есть, я как, предположим, я как вот послушный мальчик начинаю, значит, звонить в банк. Жду, значит, пять минут, пока меня соединят с банками. Тут заходит контролер. Вот в вашем мире, вот в, это, в мире этого совета, в мире этой инструкции я как бы делаю все правильно. Но контролер мне начинает говорить, а где твой билет? Я говорю, ну, вот извини, у меня оплата не прошла, я вот следую инструкции. Он скажет, ну, типа, давай плати. Я говорю, ну, в смысле, тут же другой случай совершенно. То есть, если бы этот контролер и эти инструкции жили в одном мире, да, и было бы да, действительно, такой вот типа... Это вот как э, у Тёмы Лебедева была байка про то, что там якобы в Чили я не знаю, сколько это правда что в Чили, если ты спишь, тебя нельзя будить, чтобы проверить билет. Вот и типа, если вот тут вот отмазка действительно такая существует, что если я звоню в банк, то меня трогать нельзя и мне до следующей остановки, например. То есть, если это всем знают и все известно, то есть, может быть, такой сценарий работает. Но как на самом деле, да? То есть правильно, когда ты составляешь инструкцию, действительно по, по нормальному э -э понимать, как на самом деле сценарий. А ведь человек, действительно, у которого не прошла оплата, он действительно нервничает, да? То есть он, ну, как бы никому не хочется, чтобы его высадили, или еще как как в, в, когда я был студентом там в, реально эти заходили контролеры, и еще тебя э, там типа могли бы бы в милицию потащить, либо побить. либо еще что-нибудь, ну, это было типа мега стремно. какие-то хулиганы непонятные, непонятные. То есть эти вот эти и ты соответственно просто нервничаешь, что у тебя может в любой момент зайти контролер и правила игры абсолютно непонятны даже в пределах одной Инструкции. То есть, мне вот, если у меня карта не прошла, что то есть, э, мне, мне нужно сделать? То есть, а может, мне надо попробовать другую карту или что? Или мне надо немедленно платить. То есть, но в, в целом, вот эти э, советы они бессмысленны. Или там карта в стоп-листе написана. А вот. Неверная карта или снимите карту ридера. Обратитесь в банк. Ну, вот это то, то, о чем я вам только что рассказал. То есть, я вместо оплаты проезда должен ждать на холде, пока ответит банк. И с ним долго разговаривать. И они скажут, естественно, ничего не знаем. Это вот у вас там ридер сломан. У вас карта исправна. И что? Ну, то есть, это а, типично от футболивания. Или дальше. Карта в стоп-листе. Обратитесь в службу поддержки сети карт. То есть, это опять же... Я могу обратить, если я начну звонить, у вас тут вот телефон и сайт еще есть. Да? Вот есть, пока я хожу на сайте и обращаюсь в поддержку через сайт, там в каком-нибудь чатике, да, этой поддержки, это будет какое то считаться отмазкой от контролера. Я могу сказать: вот смотрите, извините, меня карта не прошла. И это самое, я вот сейчас тут в поддержку обращаюсь. То есть, абсолютно это все оторвано от реальности, к сожалению. Вот, то есть советов много, но, к сожалению, они все бесполезны. И реально, что мы хотим посоветовать человеку, как себя вести и что надо делать делать, это как бы бессмысленно. Из всего этого как бы единственная полезная вещь – это прикладывайте ближе. Ну, да. А остальное, как бы, сорян. Вот. Ну, и еще у вас есть один момент, который стал хуже, чем был в исходной э, инструкции. Это, значит, у вас э, там в оригинале было написано, что там, типа, в оплате принимаются что-то типа карты и смартфоны, ну, там, типа, с Google Pay, там, Apple Pay. А у вас написано, к оплате принимается мир, MasterCard, Visa и NFC. Двоеточие, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay. Ну, то есть, NFC – это какая-то трехбуквенная аппаратура, которую половина людей может, в принципе, не знать. Да, то есть, что в принципе, можно приложить телефон, это по-человечески. А то, что доступна оплата по NFC, это ни хрена не, не по-человечески. Вот, то есть, вот этот момент у вас стал хуже. А приза «Самый интересный вопрос» я хочу вручить Александру за его прекрасный собственно, вопрос об управлении шторы с ТВ-пульта. Э, вот И в качестве приза хочу вручить полгода подписки на учебник Ильи Бирма на пользовательский интерфейс, потому что там как раз все есть вот эти, об этих жестах и о непосредственном управлении, и о том, как между человеком и его целью возникает в этих меню, жестов, лишних, промежуточных и так далее. А, собственно, Александр, чтобы получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А все остальные обязательно подпишитесь на канал, поставив колокольчик. Конечно же, ставьте лайки и, конечно же, делитесь с друзьями своими с знакомыми и коллегами этим роликом. И, конечно же, пишите в комментариях, что вы обо всем об этом думаете и задавайте свои вопросы прямо в комментариях или, собственно, в, на, по, через фо форму на нашем сайте. Лицо стало хуже, оно стало более контрастным в плохом, плохом смысле. Вы, вы как дизайнер не можете стрелочку, что ли, нормальную нарисовать или, или тире, даже на крайне просто. Почему вы вообще решили, что это заблуждение? Я, например, в этом не уверен. Если вы нажмете на кнопочку, не бойтесь, потому что сразу э, при первом нажатии мы не снимем с вас денег. Потому что, ну, если вы ничего не умели сделать, конечно, вам хорошо бы освоить какой-то инструмент.